Игорь Евгеньевич Каленов родился в 1967 году в Ленинграде. С 1989 по 1992 годы работал на Ленинградской студии документальных фильмов в должностях ассистента, режиссера, редактора, заместителя главного редактора по международным связям, коммерческого директора. В 1991 году основал киностудию «Никола Фильм», которую возглавляет по сей день. С 2003 года является доцентом кафедры продюсирования Санкт-Петербургского университета кино и телевидения, член Российской академии кинематографических искусств, НИКА, кандидат экономических наук.